BMW R1200R. Полная кофровая система. Есть нижние дуги. Нештатное ветровое стекло, защита рук. Нештатный руль стоит узкий. Я бы, конечно, поставил лично пошире. Немножко неудобно. Ну, тут смотря, опять же, кому что. Есть демпфер, вилочка у нас вся в идеальном состоянии. Единственное, пыльнички, как обычно, потрескались уже от времени. Резина стоит отличная. Тормозные диски практически без выработки. Остаток колодок больше половины. Нештатные зеркала, опять же. Здесь у нас выведен такой держатель. Возможно, там для смартфона, какого-нибудь планшета и так далее. Есть USB разъем и розеточка. Также там установлена кнопочка включения-выключения. Получается два ключа, один пластиковый. И бирочка у нас с кодом. Здесь, скажем так, небольшая помощь. Круиз-контроль. Стоит чехол на баке. Под чехлом все чистенько, красиво. Задний амортизатор сухой, бойничек присутствует, все отлично там. Небольшие царапинки на левом кофре, здесь на дуге, скорее всего, его немножко привалили, но опять же без фанатизма, то есть ничего критичного не произошло, царапины не более. Это все вполне нормально для мотоцикла. Заднее колесо у нас тоже очень хорошее. Тормозной диск, выработка процентов 15 есть. Остаток колодок минимальный, процентов 20-30. Поэтому желательно поменять. Так, мотоцикл в очень хорошем состоянии. Номера мы для тех, кому важно. Пятьдесят шесть тысяч. Бонусом вот такой приятный звуковой сигнал. Мотоцикл полностью в исправном состоянии. Из разряда сели и поехали.